Всем привет, други моя. Решил записать макросъемку через два. Макросъемку спички через два комплекта макроколец. И макролинзу плюс 10 диоптрий. Вот такая большая получается спичка. Практически тут увеличение уже один к одному. Изображение на матрице такого же размера получается, как изображение спички. Чтобы получить два к одному, нужно более мощный макрообъектив. Вот такая вот спичка. Такая вот прекрасная спичка. Так, заканчиваю макросъемку. Всем счастливо!